МРТ – это аппарат магнитно-резонансной томографии, бачинская потребность такая есть. Приобретен он будет установлен в 2025 году. В 2024 году для него будет построено помещение, соответственно, в 2025 приобретен. В 2024 году будет установлен в МРБ новый ангиограф и компьютерный томограф. Сейчас модуль начинает возводиться, сегодня мы были на площадке. Это специальное модульное здание, в котором будет размещаться эта техника. Для МРТ тоже потребуется специальное здание, потому что там есть специальные требования, поэтому сроки все-таки Михаил Михайлович... Нельзя за это успеете построить и купить? Ну, мы сейчас вот модуль делаем для ангиографа и компьютерного томографа. Просто странно, да. Статичный город без МРТ живет. Я, честно говоря, даже вот удивлен этой информацией. Да, у нас МРТ в краевых государственных учреждениях сейчас есть в Красноярске и в Норильске. Ачинск, третий город, и, соответственно, МРТ здесь появится. А может, успеем за год все сделать? Павел Павлович, будем смотреть. Здесь вопрос и сроков подготовки помещения, приобретения оборудования. Что это все у вас дорогостоящее, да, поэтому все у вас деньги мы найдем. Будет поручение, найдем финансы, сделаем раньше. Постарайтесь сделать все, чтобы в 24-м году у нас будет работать. Такого уровня, который городу нужен. Хотя из всех технических характеристик и возможности сегодня приобрести это оборудование.